лидеры команд. Шипачев и Кагарлицкий вдвоем убегают к воротам. И 1-1. Но эти мастера обычно разбираются. Им много не надо. Первый же опасный момент у ворот Кореева завершается взятием. Дмитрий Кагарлицкий оформил дубль в предыдущей встрече. Обе шайбы забил в большинстве. Сегодня забивает в равных составах. Шипачев в предыдущей встрече 3 передачи. И сегодня тоже голевой пас, так что Шипачев добирается до отметки.